набор, значит, нашей резинки двухцветной. Нужно, естественно, две ниточки, спицы. Конец ниточки делаем просто такую вот петельку. Ну, как бы узелочек. И просто одеваем спицу и немножко затягиваем. Потом эта петелька у нас распустится. Теперь распределяем наши цветные ниточки вот таким образом. Вот такую рогаточку. Значит, одну на указательную, один на большую. И вот так. Теперь, значит, самое такое сложное, девчонки. Хотя на первый взгляд кажется, что сложно, но поверьте, потренировавшись несколько раз, попробовав у вас, вы запомните. Что мы делаем? Под, вот так буду говорить, под красную, желтую, вот так вот перекручиваем и вот так вот. Вот одна петля готова, желтая готовая петля. Мы ее придерживаем. Дальше нам нужна красная нитка, правильно? Красная петелька. Но начинаем мы с желтой. Желтую, красную, вот так перекрутили. Вот у нас красная петля. Дальше нам нужна желтая. Но здесь красная, мы начинаем с красной. Красная, желтую, опять перекрутили. Опять получили петлю. Следующая нам нужна красная, но у нас желтая. Значит, мы с желтой начинаем. Желтая, красная. Вот так вот ее перекрутили. Вот у нас петелька. Дальше. И опять перекрутили. Красная. Под желтую, красную наверх. Перекрутили. Желтую. Под красную. Перекрутили. Опять под красную. Желтую, красную наверх. Перекрутили. Еще раз. Желтая. Под красную. Под красную. Красную перекрутили. Вот она, видите, как бы раз, перекрутили. Вот. Всегда запомните, если у вас здесь красная ниточка, значит, чтобы получить желтую петельку, мы начинаем с красной нитки. Под красную, захватываем сверху желтую, красную как бы наверх ее и перекрутили. Вот такой способ еще называется итальянский набор петель для полой резинки двухцветной. Дальше значит, продолжаем. Желтая петля. У нас, значит, надо желтую под красную. Желтая наверх нитка. Видите, перекрутили. Вот так вот. Так мы набираем 32 петельки. Раз. Два. Ну что ж, посмотрите еще раз начало ряда, как я делала, перемотайте и потренируйтесь о себе. Вот так. Я, честно говоря, тоже несколько раз тренировалась, потом поняла, как это делается. Вот так. Вот так под красную, захватываем желтую, красную наверх, перекручиваем. Получается у нас петельки. Знаете, они получаются вот такие вот, как бы, вот такая вот змеечка получается. Вот так мы набираем на спицах 32 петельки.
В общем, 32 петельки я набрала, не считая вот этой вот петельки, где у нас связан узелок. Вот эту не считайте. Вот это вот должно быть 32 петельки у вас. И вот такая вот зигзагообразная, такая вот как бы змейка получается. Потом так вот, как у вас и были перекрещены, да, ниточки, вы вот так вот и переворачиваете спицу лицом к себе. И вот здесь это у нас получается, что вот эта красная у нас получается как бы лицевая петля. Вот эта вот желтая у нас получается изнаночная петля. Что мы делаем? Аккуратненько ниточки придерживаем. Берем вот эту красную ниточку и вяжем. Здесь вот у нас что перекрещенное было, чтобы держалась ниточка, не забудьте. И вяжем красные петельки лицевыми. А вот эту вот желтую мы будем снимать, но нитка будет у нас перед работой. Вот так вот сняли. Опять красную провязали, нитку перед работой, желтую петельку сняли. И так мы идем все до конца ряда. Это мы снимаем, красную провязываем. Это снимаем, красную провязываем, желтую снимаем, красная лицевой. Все вяжем так до конца ряда. Желтая нитка у нас остается в конце. Конца. Последняя у нас у меня стала желтая. Я ее просто снимаю. И вот эти вот узелок наш тоже просто снимите его. Не надо его ничего не провязывать, ничего, просто надо его снять. Теперь передвигаем наши петельки в конец спицы, там, где у нас была желтая ниточка. И продолжаем вязать следующим образом. Значит, теперь у нас получается, что мы снимаем красную петельку, а желтую провязываем изнаночной. Красную мы снимаем, желтую провязываем изнаночной. Красную снимаем нить за работой, желтую провязываем изнаночной. И так мы опять все вяжем до конца ряда. Получается, что мы как бы провязываем один рядок два раза. Но это только первый ряд мы так вяжем. А потом можно вязать уже сразу две нитки одновременно. Главное не запутаться, что красную мы снимаем, а желтую мы провязываем изнаночной. Вот такое изделие у нас получается. Еще раз, красную мы снимаем, желтую мы провязываем изнаночной, красную снимаем, желтую провязываем. Итак, мы идем до конца нашего ряда. Здесь у нас опять остается наш узелок. Мы просто его снимем на спицу. Дальше поворачиваем изделие. Вот такое вот изделие у нас уже получается. Вот видите? Вот здесь получается желтая будет сторона, а вот это будет красная сторона. Теперь можно вот эти вот, вот этот узелок можно снять. Главное, вот это вот придерживайте сюда ниточку. Можно его распустить. И наше изделие никуда не денется, уже и не распустится. Теперь можно вязать данное изделие уже двумя нитками сразу. То есть у нас первая идет желтая лицевая.
Здесь просто перекрутите вот это вот. Сейчас, минутку. Вот эти вот кончики, то, что у нас остались, да? Надо как-нибудь пока в сторонку, чтобы они нам не мешали. А вот это вот ниточку на пальчик. Итак, желтую. Сейчас здесь вот в начале всегда немножко трудновато. Желтую мы провязываем лицевой. Поворачиваем обе нитки наизнанку. Красную провязываем красной. Опять обе нитки назад. Желтую провязываем лицевой. Обе нитки вперед. Провязываем красную изнаночной. Опять обе нитки назад. Лицевая, лицевой, желтая. Нитки вперед. Красная, изнаночная. Ниточки назад, желтая, лицевая, красная, нитки вперед, красная, изнаночная. И так мы все вяжем до конца нашего ряда. Вот так вот можно сразу вязать две ниточки вместе. То есть не каждый ряд отдельно провязывая сначала изнанку, потом лицевая. А вот так вот обе нитки провязываем вместе. Вот что у нас в результате получается. А здесь красная. Довязываем все до конца ряда. Вязав до конца ряда, поворачиваем наше изделие опять лицом к себе. И вот видите, у нас что получается. И на этой стороне у нас как бы лицевая сторона, да, но здесь идет красная нитка. А здесь у нас тоже как бы лицевая, но идет уже желтая нитка. Теперь, чтобы здесь рядок у нас был ровненький, всегда поворачивайте ниточку крест-накрест, прежде чем начинаете вязать следующий узор. Или следующий ряд, да? Всегда, чтобы ниточки были перекрещены. Вот так вот. Здесь у нас опять идет лицевая красная. Дальше две нитки вперед. Желтая, изнаночная. Красная, назад нитки, лицевая. Нитки вперед, желтая, изнаночная. Опять нитки назад, красная, лицевая. Дальше нитки вперед, желтая, изнаночная. Ниточки назад, красная, лицевая. Нитки вперед, желтая, изнаночная. И так мы все вяжем опять до конца нашего ряда. Вот так. Такой, значит, у нас рисунок получается. У меня на спицах 32 петли. Вот давайте посчитаем. По 2 их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32. Теперь резинка у нас получилась как бы полая. Здесь у нас соединения аккуратненькие. То есть мы перекрещиваем же, да, ниточки, когда мы начинаем вязать. Вот эта вот нитка потом, естественно, это все спрячется, уберется. Изделие у нас получается полым. То есть внутри у нас оно свободное. Теперь, значит, приступим к вязке самого рисунка. Что мы делаем? Значит, рисуночек у нас будет вот такой. Вот. Видите? Здесь у нас 15 петель, но у нас же
Двойная резинка, значит, у нас 32 петли. Ой, вернее, 30 петель плюс по 2 кромочные. По 1 кромочные. Но здесь на рисунке 15 петель. У нас 30. Значит, в одной клеточке у нас 2 ниточки получаются. Здесь получается у нас, где белые, будут желтые ниточки. Здесь будут у нас красные ниточки. Итак, первые кромочные у нас снимается. Это тоже кромочная. И вот эта вот красная изнаночная, это тоже считается кромочной ниткой. Ой, кромочной петлей. Об этом не забывайте. Всегда тут умножение на 2 идет. Теперь у нас идут 3 желтые. Значит, раз, одна желтая, потом красная, вторая желтая, третья желтая. Как бы на красный сейчас внимание не будем обращать. Теперь у нас идут 3 красные петельки. Мы вяжем их красными все. То есть не 3, а 6 петель мы вяжем красными. Вот смотрите, вместо желтой мы вяжем красной. Нить перед работой здесь мы берем желтую. То есть мы их просто местами меняем. Опять красная. Здесь меняем местами, желтая будет. И здесь третья петелька красная. А изнаночная будет у нас желтой. Между петельками теперь у нас идет 3 желтых. Значит, мы опять вяжем по рисунку. Желтая, изнаночная красная, желтая, изнаночная, желтая. Изнаночная. Теперь у нас опять 3 красные петельки. Значит, мы их опять меняем местами цвета. Здесь будут красные, а вот здесь на изнанке будут желтые. 2. Здесь будет 3. Дальше 3 петли у нас идет по рисунку, то есть мы их не меняем, так и оставляем, как они у нас есть. Здесь у нас кромочная. Переворачиваем изделие лицом к себе. И здесь все вяжем по рисунку. То есть где желтые, там желтые, где красные, там красные. Здесь не забываем перекручивать ниточку. Первую мы снимаем. Дальше у нас идет изнаночная, значит, нитка перед работой. Идем желтая и красная. И опять желтая, красная. И так все вяжем до конца ряда. Ту сторону, да, и вот видите, что у нас получается. Надо обращать внимание, вот начало нашего рисунка, вот эти вот 3 красные петли. И вот 3 красные петли. Если мы перевернем изделие на красную сторону, то здесь будет видно 3 желтые петли. Вот они. А здесь 3 красные. Начинаем вязать следующий ряд.